Привет всем, дорогие друзья, и вот мы начали новый мир с Ильей Шершни. Мы все ждём всё за славу. Да. Ладно, сейчас у нас мирно, и я пошли уже тогда куда-то наверх. Типа эндер... жемчуг был, жемчуг эндера. Было бы все проще. Ну, в чем тут тогда играть? Так, ладно. Давай. На, вот я тебе кину сейчас это, всяких этих штук. На, камешки вот эти. Понятно. А, это чего? Ай, да, настройки сейчас, стой. Подожди чуть-чуть. Огонь по своим выключить. Так, отойди, пожалуйста. Ой, ты прав, сюда надо. Тихо, стой. Давай, у тебя же, наверное, много всяких вещичек. Ого, красненький мой любимый цвет. Ладно. Это хорошо. Ну, я знаю, что такое цвет красный тоже этот цвет. Ну, ладно. Так. Я сейчас нарублю деревья. Это у меня слишком густо вообще дерево. Жесть. Да уж. Стучится на какое-то место вот это все. Так, у меня. Так, где мы? Куда нам идти? А, вперед идти. Так. Кстати, ребят, скоро выйдет новые мультики про Лего человечков. Так что ждите новых Лего чуваков. Ну, как бы не про нас, я сделала эти мультики. Так, ох, ох, ох. Вот еще деревца. Уже много дерева. Все, пошли тогда уже? Все, пошли. Ого. Так, стой, осторожно ты. Осторожно, спустись как бы по ступенечкам. Тут такие ступеньки как бы странные здесь. Так, здесь вообще, кстати, еды нет. Я заметила это. Ну, какая-то это самая, честно, пустыня. Что-то здесь точно не так. Ну, кактусы нельзя же есть. Ну да, ты прав. Так, стой. А вот здесь, тут должна попадаться лава по пути, я знаю. Давай быстрее, чувак. Ну, просто это как-то слишком, может, медленно. Другие те штуки из них палки выпадают. О. Я тебя вижу, стой. Найди мое имя, видишь меня? Все, давайте так. А здесь уже открывается красивое море как-то. Че, поплаваем? Или не стоит? Ходить, да? Ладно, сейчас стой, я сделаю лодку. Так, сейчас. Я сейчас поеду тогда. Стой, ты не делай лодку, потому что и ничего тут не трать. Так. Пойдем, получается, по морю. Так. О, это красный водопесок. Красный песок, да. Так, все, пошли уже, хватит рубить этот красный песок. Так, иди за мной сейчас. Ого, я там вижу что-то красивое.
Быстрее ко мне, давай. Там походу мы что-то уже нашли, засекли. Нет, это не заплывший этот корабль. Здесь такой фигни вообще нет. Это у нас что-то. Что-то красивое. Да, ты прав, какая-то пещерка. Так. Да, блин, это пещерка, ошиблись. Ладно, давай, поморим это. Стойка. Ого. Сколько здесь всё. Так. Кстати, если ты рядышком с дельфином проплывешь, давай, садись. Тогда ты должен будешь, походу, быстрее плыть. Давай. Да, это дельфина, походу, называется. Так. Ну, какая-то грация дельфина называется. Ну, очень странно называется. Очень глупо так. Ну, глупо называется, но оно не показано, но ты ускоряешься. Там что? Ого, повезло, походу. Или нет, я не знаю, вижу ли я это. Обман такой какой-то. Ну, как бы думал, тут корабль есть, а тут не корабль. А это что такое-то? Ну, странно, конечно, здесь. Ничего не понятно. Ого, куда мы приехали вообще? Так. Спута. Ладно, остановка сейчас будет у нас. Выходи. Выходи домой. Так. Мы скоро-то еще поплаваем. Так. Ну, что-то. Так, ты куда? Офигеть. Что там? Ну да. Ну ладно, давай тогда на этом я видео тогда закончу. Всем пока, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на его канал, на мой. Ник Медоед и на Илью Шершня. Да, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Пока.